От душевного мятежа многие приходят к религии, привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Без преувеличения можно сказать, что усмирение этой личности и направление ее в нужное русло порой граничит с настоящим героизмом. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Владельцы этого имени обладают аналитическими способностями, великолепно приспосабливаются к обстоятельствам, у них развиты как способность к диагностике ситуации, так и к ее критическому разбору. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Склонность жить прошлым, апатия, обособленность от всего окружающего, страх перед малейшим риском, перед любыми переменами, а часто равнодушие к противоположному полу. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Р – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.